гости Волжского района. Мы продолжаем конкурсные прослушивания. На сцене участник под номером 50. Бенина Татьяна Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Колос», Волжский район. Номер 50. Самодеятельный коллектив, хор русской песни имени Евгения Тюрина, сельский дом культуры села Дубовый Умёр, муниципальный район Волжский, номер 29. Дорожка.
программы 44. Народный хор «Русская песня» имени Любови Васильевны Банновой. Муниципальный район Пизенчукский. Номер 44. Программы 20. Ансамбль «Берегиня», Дом культуры села Николаевка, муниципальный район Волжский, номер 20. Опять с подобными сирень, не запомнился на долгое это день.
когда встречаю я тебя, цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет, и снова кругом вот голова, когда встречаю я тебя. Следующий номер программы 104. Внимание! Следующий номер программы 104. Стеклянникова Елизавета, Самарское музыкальное училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова. Детский дом культуры, городской округ Тольятти.
номер 89. И следующий номер программы, номер 103, Кузнецова Анна, Самарское музыкальное училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова, номер 103. Продолжаем. И следующий номер программы 102. Бибиева Дарья. Самарское музыкальное училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова. Номер 102.
следующий номер программы 105. Ансамбль народной песни «Первоцветье» Самарское музыкальное училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова. Номер 105. Yeah.
программы 12. Следующий номер программы 12. Народный хор русской песни Кировского дома культуры. Муниципальный район Красноармейский. Иванова Полина, районный дом культуры, муниципальный район Похвистневский. Народной песни «Теница», районный дом культуры, муниципальный район Похвистневский, номер 94. Yeah.
номер программы 39. Народный самодеятельный коллектив «Хор Самарочка». Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Просвет». Волжский район. Муниципальный район Волжский. Номер 43. Солнечный
внимание! Следующий номер программы 69. Народный ансамбль русской песни «Сударушки». Приволжская детская школа искусств. Муниципальный район Приволжский. Номер 69. Чему ж у нас в России?
программы 8. Народный хор русской песни «Россияне». Дом культуры России, городской округ Отрадный. Номер 8. Номер программы 87. Житаева Эвелина. Детский дом культуры, городской округ Тольятти. Номер 87. Thank you.
72. Ансамбль «Рябинушка», Ташлинский сельский дом культуры, муниципальный район Ставропольский, номер 82. Двора, куда ж мне девица?
А мы продолжаем. И следующий номер программы 90. Следующий номер программы 90. Рабер София. Детский дом культуры. Городской округ Тольятти.
Следующий номер программы 53. Народный вокальный ансамбль «Реченька». Ольгинский сельский дом культуры. Муниципальный район Пизенчукский. Номер 53. Совершает день победы, в звонке салют.
следующий номер программы 81. Народный фольклорный ансамбль «Зреница», культурно-досуговый центр «Юность», городской округ Отрадный. Номер 81. Народный хор имени Михаила Дмитриевича Чумакова, районный дом культуры «Мечта», муниципальный район Красноярский, номер 95. Yeah.
Номер 98. Хор народной песни «Рябинушка». Центр культуры и досуга «Восход». Муниципальный район «Волжский». Номер 98. Yeah.